В Украине одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, теперь будут выплачивать по 685 гривен ежемесячно. Об этом Facebook сообщил пресс-служба Министерства социальной политики. Так, уточняется, что решением правительства установлен порядок выплат ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Кроме того, заявляется, что помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года. Напомним, более 60% украинских пенсионеров получают ежемесячно менее 3000 гривен. А также мы говорили, что в Украине не повысили пенсии по возрасту.